Да, у тебя отключено вроде как. Я на записи все Никита, не ты слышу. смотришь мистера Макса? Нет, реально, смотришь? Мы смотрим, глянем. Как-то я так понял, зарядки всякие. Ты тоже видел, да, этот бред, блин? Почему про него все знают, блин, я не понимаю. Макс, скажи, почему такого цвета Гераборг? Это я выбирал. Тяжелый. Наверное, все завидуют, что у них куча лавэхи, типа, и все смотрят. Так, его включить надо. Там, короче, нам объясняли, там как-то еще приложение на телефон надо... 2 миллиона с чем-то. Так у них подписчиков 3 миллиона. Вон, Макс покупает гироскутер с 7,5 миллионов просмотров. Приколитесь, блядь. Жесть. Ёбнуться, ёбнуться, блядь. Я везде комменчу, что говно. Я даже не спросил, как он включается. Вот какая-то кнопка. Все, можно пробовать. Вот так вот вперед, за, вот так вот. Может, ты приехал? Нет. Вот сейчас, где они гироскутер покупают, я написал ДЦП, дети. Просто стоим. Давай их управлять. Или показать. Хейтер. Дубай, день рождения Макса, 23 миллиона, блядь, охуеть. Дубай? 23 как он, миллиона. Тогда сейчас поехать, это супер дорого, это прям супер-супер дорого. Мне больше ничего не понимаю. Тебе сегодня 5 лет. Очень долго ждал этого дня, и все твои доказы, все твои просьбы сегодня исполняются. Катя, правда, еще спит? А что? Трое фотоаппарат. Снятся Катя? Да, последний. Макс, ты такой клевый, ну-ка покажись. Покажись, какой ты модный. В рубашке. Тот? Улет. Ну, супер. Бля. Я уверен, что Спайдермен... А тупо проигнорим. Так у них вон просто куча лаванды, просто куча, вон он Феррари взял на прокат, охуеть, блин. Так, закрываем крышу, будем ехать с закрытой крышей. Но вопрос в том, что мы потеряли наш вей. Охуеть, что блин. Делать? А как вам лучше ехать, с открытой крышей или с закрытым верхом? Открытой. Интересно, чем он занимается, батя? Ну, так как мы едем далеко, давайте пойдем и законным чем. Нет, ну, у него же откуда-то деньги есть, это что на его деньги, я думаю, сделан. В плане канала. Кому платят-то? Да, но они-то как-то раскрутились же, типа. Да, ну бабки-то у них по-любому с этого, у них огромные бабки и до этого были. Конечно, у них бабки до этого были, ты чё, прикалываешься? Да ты посмотри первое видео, я уверен, первое видео, самое первое, они там с такой же лавехой, типа, просто все начали завидовать им и быстро набрали обороты из-за этого. А потом, естественно, у них спонсоры появились уже там, типа, всякие, это естественно, понятное дело. Но до этого-то у них тоже куча лавандоса было. Это обычка или рейтинг? Что это? Что так заметил уже? Я давно заметил. Ну надо им пригласки покинуть. Чего, вы ему не будете пригласки? 5 приглас. Ну кинь, а чё? А, мне грозит. Кто вылетал? Шерлоков или Чикенс? Тайтанфолл? И шо? Здорово, ребят. Привет. Здорово.
Почему я на вас всегда пропадаю? Я не понимаю. Ну это, потому что бомба. Ну и поворот заметил. Чикенс заметил или что? Убил глазу и сладжу. Ну какие не было. Теперь вообще не зайдут самолет. Чего наделали? Будем сейчас сидеть 2 минуты реально. На плюсе лежит хибана в этом. На плюсе лежит. И там еще один с ней рядом, второй. В кабине пилотов. Хибана на плюсе и второй с ней рядом. Поднимает. Глаз алмаз. Ну, до кухни я уверен, не дойдет. А если и дойдет, то он просто это... Багажный чек. Дрон has located a bomb. Отвези. Когда все люки милиционерки. Фрост есть. Откуда пойдем? С хвоста или дом? Хвоста. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Ягер включает сзади. Ягер сзади включает. Make your way to its location and defuse it. Что он не включает? Ой, что он за шкаф встал. Ягер, да? Размен у меня с этой, с простухой разбил. Я добью, чтобы не пили. Бежим. Surrender to me, I should go on. Извини, Кирилл, это случайно уже. Они такие легкие.
пещера. Да самолет просто жесть, на такую херню ставим. Просто такой рандом был. Four located a bomb. Protect it. Прики закройте. Я у меня одна снял. Да, мне два. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. 10 seconds. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be spotted. Монтажники. Я мистер Макс, посмотрю. Где Эшки, Глеб? Грабь ты, Миш? Монтанье. Положил голову. Ой, убейте монтажника, пожалуйста, я упал. Да как он? Вы видели, что он сделал? Он просто раскрылся и сразу начал стрелять, это такая дичь. Убейте монтажника, я упал. Ну хорошо, давай. Его почти все. Где же Майк Вазовский? Он за мной бежит. А, все, давай. Он сейчас икаверю. Не, он просто, знаешь, начинает раскрываться и сразу убивает. Это такая жесть. Я такой. Вот именно, это какой-то сбаг реально. Он именно сразу начинает выстреливать, так нельзя было раньше. Сейчас система. Да не нахер. We need to locate a bomb. Ну нет. Я, кстати, Никит сказал, где на это такой гранат кидаю, вам получу. Нет, даже не я убил. А я в кабину заходит, я оттуда спрыгнул, монтажник поднимать стал вроде, я убил Эшку, а монтажник не убил. Да, не смог. 10 секунд. 5 seconds to go. The diffuser has been recovered. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse. No bad. Oh! Lol. You don't want to do this. You have dropped the diffuser. Я не знаю, Кондор в машинке сидит. Я с хвоста захожу, на себя мне пушит. Это... Ну, как обычно. Я вообще тайминги, я смотрел, что я... А я как-то не видел. А когда я перестал смотреть, он увидел. Ты же не умеешь за глаза стрелять. Глеб, как всегда, вынес.
Мне надо за мной просто. Хера тебя не прострелил? Прострелился чуть. А, это дырка. Хондор, умри достойно. Нормас. А мы середину берем? Че, наверху будем сидеть? Сейчас я дырки сделаю. Ни одного надо. Я закрою сейчас, я броню возьму. Так, он перед укрепил. Только один люк закрой, Никита, а второй не закрывай, его надо разбить. Какой дробовик был у нас. Вот дальний, не этот, а дальний, который. А вот этот у кого дробовик? У кого-то был дробовик у меня. Хвост не держу, я чисто это в комнате спрятался, потому что я не чисто ничего. Да, да, я видел. Смотри, ты мудак поставил. Тёма, открой люк вот этот дробовиком. А, у меня FMG. А, я думал, это дробовик. Кабина заходит. Сейчас хвостань. Ну и что говори? Хвост заходит. Да, да, кабина есть. Заходит. За кабина. Тише. Зашел. Зашел кабина. Тычер или кто-то, я не знаю, или слэдж. Переговорка, борода. Почти там слэш. А, слэш мог, может уйти в этот. У меня диффуз. Переговорку. Да, слэш в это, в кабине пилотов. Никита, слэш в кабине пилотов. Он может уйти в переговорку. Эшка в хвосте, эшка в хвосте. У меня диффуз, тут клеймор аккуратно. Сломал.
все, вот здесь диффуз лежит. Ну там золото лежит. А может даймонды? Даймонды. Бля, потому что надо в пятером в пати в даймондах сидеть, тогда будут кидать жестких перцев. Мео крейзи. Ну, он and the man играет. Блять, это. Да, он тупой школьник.